И Даня Милохин нарисовался. С девушкой пришел на премьеру. А говорили, что он уехал. И говорили, что он пидор. Не знаю. Может быть, уезжал. Может быть, он и разнообразный в своих пристрастиях. Но пришел на премьеру девушки. Я когда увидел в «Светской хронике» вот это видео, поинтересовался, собственно, ну, знаете, иногда бывает, что возьмут какой-то видос там месячной давности или годовой и выдают за что-то свежее. Поэтому по журналистской привычке решил проверить. Нет, действительно, это вчерашнее видео. Он пришел на премьеру к Екатерине Варнаве. Екатерина Варнава – премьера. Ей ничего в отличие от Кристины Асмус, которой 14 сентября в закрытом заседании будут судить за что-то там типа «Нет войне». Екатерина Варнава устраивает, видите, такие престижные премьеры. Я просто зачитаю то, что Екатерина Варнава пишет. «Мне дико страшно от СМИ и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого. Речь идет о спецоперации. Поддерживают происходящие события, называют защитой и освобождением. Защита и освобождение Екатерины, естественно, в кавычках. Защита от кого? Спрашивает она. От моих друзей, которые там живут. Нас, очевидно, взяли в заложники, чьих-то амбиций. И вы этому радуетесь? Задает вопрос Екатерина Варнава. Мне страшно от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром. И не думают о нас. Не думают власти о них. Вот. А у них премьеры. У них все замечательно. Я просто к чему? Я про двойные стандарты. Ну, уже тогда отъебитесь вы от Кристины Асмус, которая сказала «нет войне». Потому что я не понимаю, почему к ней прикопались, а ко всем остальным. Здесь ведь Варнава, она не одиночка здесь. Нет. Нет. В одиночестве, в меньшинстве те, кто поддерживают операцию. Они вынуждены делать это очень тихо-тихо, чтобы их среда не порвала. Потому что если они будут делать это громко-громко, они останутся без премьер, они останутся без предложений. Их отсекут от финансирования Минкульт, Фонда кино и прочих прекрасных организаций, в которых есть какие-то непонятные мне, но очевидные критерии, у кого может быть премьера, кому нужна премьера, а кто-то должен в Тверской суд идти и оправдываться, что он там написал 24 февраля «нет войны». Я, кстати, на всякий случай просто скажу, что я с Кристиной Асмус не знаком, так же, как с Екатериной Варнавой, поэтому мне это пофигу и на ту, и на другую. Я просто считаю, что должно быть у социума абсолютно четкое какое-то соотношение. То есть здесь дискурс должен быть обозначен. Что можно, что нельзя, что хорошо и что плохо. Потому что так как-то очень все размытенько получается. А вот сейчас музыка. И я бы хотела пригласить на эту сцену всех-всех из того, что вообще помешивает. Это
человек, который охраняет меня на протяжении целого года. Бог, я на